Следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы стимулировать правильное рассуждение и умственную деятельность. Читайте хорошие книги и тщательно усваивайте их послания. Если читаете 1 час, то пишите 2 часа и размышляйте 3 часа. Занимайте свой ум вдохновляющими идеями, не тратьте время на негативное мышление. Примите наилучший план своей жизни, который только сможете сформулировать с использованием разума. Усиливайте способность рассуждать. Изучайте законы ума, излагаемых в учениях самореализации. Используйте аффирмации, произнося их силой души для развития силы ума. Повинуйтесь физическим, социальным и моральным законам. Парамхамса Йогананда.